просим вас, да, возложить цветы к памятнику великому человеку. Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае. Традиционно сотни людей собрались, чтобы вспомнить и почтить память земляка Василия Макаровича. Столько народу, сегодня такой день. Это любимый наш писатель, киносценарист. Все любим. И печки, лавочки, в том числе. А «Калина красная» – это вообще уже фильм, сколько, и мы всегда с удовольствием. Это для меня человек, вот, ну, неповторимый. Таких больше нет на свете, как Василий Шукшин. Вот сейчас, сегодня мне надо быть на УЗИ. Мне сказали, сегодня шукшинские чтения. Я все бросил, никакого УЗИ, ничего, все. Почетных гостей, артистов театра и кино, деятелей культуры встретили хлебом солью. Игорь Петренко, Кристина Бродская, младшая дочь Василия Шукшина Екатерина, а заслуженный артист России Борис Галкин мыслями перенесся в далекий 1969 год на съемки картины «Эхо далеких снегов». Мы стоим с Василием Макаровичем вместе, у нас там была сцена. И Василий Макарович как-то так мягко, задумчиво что-то такое произносит. Я говорю, Василий Макарович, я говорю, ну здесь надо порезче как-то вообще. Он так посмотрел на меня, говорит, Борик, не гони лошадей. Ты на Алтае был? Я говорю, нет. Ну вот будешь на Алтае, побываешь на Алтае, будешь делать замечания. Василий Макарович, дорогой мой, я на Алтае. Василий Макарович, у меня нет замечаний. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Это показ более 40 фильмов, более 60 мероприятий, которые пройдут на площадках 12 муниципальных образований, литературные встречи, музейные выставки и встречи с артистами. Главное событие первого дня – красная дорожка с гостями кинофестиваля. Шукшин для нас – это, конечно, родина, душа и правда. И пусть дни фестиваля для нас наполнятся этими словами и той атмосферой, которую мы так любим и которую так стараемся сохранять на протяжении всех 47 лет, которые мы проводим в Шукшинские дни на Алтае. Добавим, фестиваль продлится всю неделю и завершится в субботу в Сростках на малой родине Василия Шукшина. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.